dvhub.ru. Казарма. То есть если это все вот так разрезать, разложить, это может быть, ну, я не знаю, колония, которая 3,5 километра периметр. Две большие такие мощные колонии в 1000 квадратных. Осужденные будут привлечены к труду по изготовлению тех или иных. Ну сколько трудовая деятельность заключенных может быть серьезной статьей дохода для учреждения? То есть, ну, на развесовке такой. Я понял вопрос. Все познается в сравнении, да? В наше недалекое советское прошлое исправительные учреждения кормили все министерство. Ну, в то время это было Министерство внутренних дел, да, соответственно. То есть о чем можно говорить? Осужденный Калинин. Сюда стекается вся информация, как сотрудники проходят, то есть, грубо говоря, сердце нашего учреждения. Как вы называете код? Система КОДОС. Это московская система, есть еще система Синергет. Две системы у нас в стране. Вот зашел, видите? dvhub.ru